Несколько минут до начала турнира команды получают наставления от капитанов и ветеранов теплоэнергетических предприятий Красноярского края. Всем желаю доброго настроения, упорной борьбы и хорошего боевого задора. Поздравляю с началом турнира, посвященного 60-летию Крымской ТЭЦ. ТЭЦ отметит свой юбилей уже 18 октября. Множество мероприятий сопровождают эту праздничную дату, в том числе и спортивные. На предприятии уверены, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому спорту здесь уделяют особое внимание. 55 лет делали турнир, 60. Вот 65 лет. Так что это уже традиция. Дружеские отношения у нас между предприятиями в этом крепнут. Потому что спортивные мероприятия – это обязательно. Вот видите, как они все дружно приехали, все дружно играют. Сибирская генерирующая компания объединяет Хакасию, Тыву, Новосибирскую область, Алтайский и Красноярский края. Поучаствовать в спортивном состязании и составить конкуренцию Крымской ТЭЦ приехали команды из Красноярска и Назарова. Мы проведем по круговой системе. И по результатам всех игр определится победитель. Приехали такие команды, как ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Назарова, ну и Крымская ТЭЦ. Команды все ровные, очень сильные команды с Крымской ТЭЦ. В прошлом турнире они вторые стали. Ну, очень ровные все команды, очень сильные. Поэтому тут кому как повезет в игре, кому удача будет сопутствовать. Поэтому ни на кого нельзя поставить, поэтому тут как сложится игра. Первую игру провели Крымская ТЭЦ и Красноярская ТЭЦ-3. Наша команда открыла счет и одержала победу в первой партии. Вторая партия осталась за соперниками, однако решающая игра до 15 очков расставила все точки над «и». Победа за Крымском 2-1. Нужно до конца бороться и не отпускать соперника. Соперники, они всегда на высоте. Мы с ними встречаемся уже не первый раз. В Красноярске постоянно играем. Команды все равные. Увидите, хорошие все команды. Всем желаю победы, не только своей команды. Мы здесь встречаемся не для того, чтобы победить, а общение. Главное, чтобы турнир прошел хорошо, все были живы и здоровы. Соревнования проходили в 2 дня по круговой системе. Юбиляры и хозяева площадки «Крымская ТЭЦ» стали победителями турнира. Татьяна Сандул и Александр Минеев, телекомпания «Крымск», 5-й канал.